Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Нахожусь в данный момент в отпуске на Кипре, ну и не мог не поделиться с вами информацией о том, как выполняется электропроводка здесь, в этой стране. Вначале пробегусь по электроустановочным изделиям, а потом вскрою электрический щиток и покажу, как там все устроено. Ну, начну с того, что розеток имеет вот такой вот вид, соответственно, вилки тоже имеют аналогичный вид, подключается только так и никак не перепутать. Верхняя клемма — это земля, йорс, вот она здесь вот обозначена. Справа фаза, слева ноль. Ну, еще особенность здесь какая есть, то что помимо того, что вот сейчас вот, допустим, включен в розетку фен, еще имеется вот выключатель. То есть у каждой розетки, вот розетка, установлен свой еще выключатель для нагрузки. То есть сейчас фен, вот, выключатель отключен, и фен не работает. Выключатель я включаю, и на розетку приходит фаза. Фен работает. Вот такая вот особенность. Ну и здесь аналогично. Ну, это двойная вот розетка. И два выключателя. Этот выключатель на эту розетку. Этот выключатель на эту розетку. Вот еще одна розетка для телевизора. Тоже с таким же выключателем. Это у нас антенна. Здесь все так же, все стандартно. То есть все электроприборы имеют у них вот такого, вот такие вилки. Вот чайник электрический. Вот кофеварка, тостер. Для того, чтобы включить наш европейскую вилку вот в такую розетку, здесь продаются вот такие переходники. Переходник стоит, не помню уже, около полутора евро или 2 евро, ну, около 100 рублей. И включается сюда, а потом уже включается сюда наша европейская вилка. В таких переходниках имеется встроенный предохранитель, вот он красный, на 13 ампер. Ну, в общем, это вот так вот. Ну вот тут электрический щит в каждом номере и бибишный. Панель почему-то уже была вот так вот снята. Вот так вот он выглядит. В принципе, ничего особого здесь нет. Особых отличий от наших схем я тоже не увидел. В общем, стоит в одной автомат на 60 ампер. Вот приходит входной питающий, вернее, кабель. Красный — это фаза. Сечение около 16, наверное, квадратов. Ну, 10, десятка — это точно. И черный — это 0. В одной автомат фирмы, да, не все фирмы, Шингтай, 60 ампер. Характеристику я, если честно, не вижу. Тип 4 написано. Ну, потом посмотрю, что это такое. Дальше фаза с водного автомата с помощью гребенки уходит на два соседних автомата, 5 ампер и 15 ампер. 5 амперный вот этот автоматик — это у нас необходим для цепи питания вот этого контактора IBB-шного, который подключен через ключ бирку номера. То есть здесь вот имеется при входе вот такая вот ключ бирка то есть выключатель, вставляем ключ, контактор у нас подтягивается и запитывает цепи освещения и все остальное. И второй автомат — это приоритетная нагрузка, от него 15 амперный, он с него питается холодильник. То есть когда мы вытаскиваем ключ бирку, у нас остается под напряжением розетка для холодильника. Ну вот она, фаза здесь, в общем,
с помощью гребенки соединена. Видите, коммутация происходит снизу. Я не совсем сторонник такого расключения, но это не запрещено, в принципе, правилами. Так, 0 сводного автомата уходит на нулевую шину N. И вот эта вот шинка с 1 по 12, это у нас нулевая шина. Ну, это у нас шина PE. Вот она тоже, питающий приходит на нее. Питающий проводник PE. Причем, кстати, меньше высечения, нежели вводные рабочие. Нулевой и фазный проводник. Дальше что? Ну, это я сказал уже, контактор. Чуть немножко греется. Так, это катушка контактора с нуля. И, в общем, контактор запараллелен, то есть его контакты запараллелены, он на 20 ампер, запараллелены у него два контакта, то есть получается по 40 ампер. Внизу также вот у нас параллелено, и уходит фаза на вот эти 4 автомата. Эти 4 автомата снизу также защищены, подключены между собой гребенкой, причем вот почему-то гребенка не изолирована, как-то не очень. Не очень безопасно это. Ну и все, и сверху вот у нас уходят различного рода нагрузки. Здесь у нас идет какой-то еще один контактор фирмы AEG. Я так и не разобрался, откуда он и куда идет. Ну, может, какая-нибудь пожарная сигнализация для отключения кондиционера. Может, еще что-то, не знаю. Дальше этот автомат 5 амперный, этот 15 ампер, 5 ампер, 32 ампера, 32 ампера. Ну, как видите, качество монтажа оставляет желать лучшего. Здесь вот три проводника подключены на один зажим. Да и вообще, как бы, по эстетике не сказать, что все хорошо. Отходящие кабели уходят вот в таких вот пластиковых ПВХ трубах, вон она, вот здесь вот внизу, они все заложены в стене, то есть проводка сама выполнена кабелями. Цветовая маркировка, в принципе, соответствует нашей. Желто-зеленые — это проводники PE, синие проводники — это 0, ну еще черный вот тут они используют, и красный проводник или коричневый — это фаза. На всех автоматах вместо характеристики B, C там, или D указан тип 4, тип 5, ой, тип 2, тип 2, тип 4, 4, 2 тип, 2 тип. Не знаю, это приеду после отпуска, почитаю, что это обозначает. Автоматы 6 килоамперные по отключающей способности. Никаких УЗО в схеме я не вижу. Как видите, гибкие провода, они подключают на шинку непосредственно, без наконечников. Это вот один какой-то ноль, остальные все так-то жесткие, в принципе. Здесь стоит просто выключатель для кондиционера. Не работает индикация почему-то. Ну вот на этом, пожалуй, и все. Вот такое небольшое видео для вас я снял. Может, кому и будет интересно, как осуществляется сборка щитов на Кипре, как выполнена проводка, какие розетки, какие вилки. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!